Если обнаружится в товаре недостаток либо брак, то изготовитель обязан будет удовлетворить требования потребителя относительно недостатков товара. Гарантийный срок исчисляется у нас с момента продажи, и он не может быть менее 1 года. Ученики 2 10 классов физико-математического и биолого-химического профилей приглашены на полезный урок вне школьной программы. Специалист по защите прав потребителей Комитета муниципальной экономики администрации Абакана Ольга Авдеева с помощью задач и примеров рассказывает ребятам о правилах возврата товара, о правах покупателя при приобретении чего-то некачественного, о том, чем отличаются понятия срок годности, срок службы и гарантийный срок. Старшеклассники, надо отметить, подкованы во многих вопросах по данной теме. Администрация города Абакана ежегодно проводит подобного вида работу, потому что 15 марта отмечается Международный день защиты прав потребителей, и мы стараемся как можно больше информации довести именно до студентов и школьников. Мероприятие в этом году мы решили провести в первой школе. Гостеприимный руководитель школы нас встретил. Сегодня в беседе участвуют учащиеся 2 10 классов. Мы очень надеемся, что сегодняшний день поможет им защищать свои права потребителей. Мы очень надеемся, что они будут об этом больше знать, будут увереннее в себе, и у них не будут возникать вопросы. И даже если у них возникнут вопросы и нужна будет какая-то консультация или помощь в составлении претензий, то, конечно же, мы обязательно поможем. На этой неделе такие полезные уроки специалисты городского отдела развития предпринимательства и потребительского рынка проведут для учащихся и студентов нескольких образовательных учреждений. Одно из направлений деятельности отдела – оказание помощи тем покупателям или получателям услуг, права которых нарушены. В минувшем году было 25 таких обращений, и в каждой ситуации люди получали грамотные консультации, решив свою проблему с некачественной покупкой.